Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами снова я, Чапаев. И сегодня я поделюсь с вами кое-какой полезной информацией касательно канала. Расскажу о том, что я планирую проходить дальше, и о многом другом. Итак, первое. Собственно, как всегда, начнем с самого главного, а именно с прохождения ретро-игр. Ну, на самом деле, тут все довольно просто. На данный момент у меня осталось 3 прохождения с командировки. В ближайшее время я все их выложу и продолжим голосованием в группе. Второе. Ну что ж, со Сплаттерхаусом покончено, остался только еще один ролик, бонусный, который я выложу в ближайшее время. В нем я расскажу о дополнительных режимах, что же открывает, когда проходишь игру, несколько слов уделю классической трилогии, поговорим о забавных пасхалках, различных отсылках и многое другое. Буквально на днях выложу его на канал. Третье. В группе я выкладывал опрос о том, какую серию игр проходить следующей. Сразу признаюсь, что я так и думал, что победит точно он. А именно Metal Gear Solid. Ну, игра по-настоящему эпична и у нее множество фанатов, поэтому удивляться, собственно, нечему. Всего существует 10 частей, включая пятую, которая находится еще в разработке. Хронологически они все идут в разброс, то есть самая первая хронологии – это третья часть, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Проходить буду версию с PlayStation 3, которая вошла в сборник HD Collection. Естественно, вся игра полностью на английском языке, поэтому как следует придется еще повозиться с переводом. Признаться, текста там намного больше, чем в Резиденте. Но постараюсь сильно не затягивать. Четвертое. Итак, наконец-то свершилось то, чего мы так долго ждали. А именно, мы нашли новых людей на озвучку Resident Evil 2. Очень большая пауза произошла между первым и вторым сценарием. На самом деле, я могу рассказать почему. Дело в том, что девушка, которая озвучивала Клэр и Шерри, пропала таинственным образом. За то время, пока я был в командировке, все участники озвучили полностью все 3 оставшихся сценария, включая меня. Естественно, без одного человека продвинуться дальше у нас никак не получится. В онлайне ее вечно нет, на сообщения не отвечает. Вылавливал ее и в скайпе, писал на почту, в различные сети. Нету, хоть убей. Без предупреждения потерялась и все. Очень долго выходил с ней на связь. В итоге безрезультатно. Ждал до последнего, так как половина работы уже сделана. И попросту не хотелось искать новых людей и все с нуля переделывать. В итоге прошло 2 недели после моего приезда. И я уже плюнул на все это дело. Начал искать 2 новых девушек на роль Клэр и Шерри. На самом деле, очень быстро и качественно справились со своей задачей. Озвучили просто великолепно. Поэтому, начиная со следующей недели, продолжим прохождение Resident Evil 2. Следующий на очереди сценарий – Клэр Б. Также напоминаю, что по завершению всего прохождения, а именно все 4 сценария, а также бонусные, мы выложим нашу озвучку на различные трекеры. Поэтому тех, кого заинтересует данная озвучка, ждите, скоро и у вас будет возможность поиграть с ней. Ну и пока мы внедряем озвучку в саму игру, проверяем, тестируем и полностью вылизываем до блеска, разбавлю канал еще одной хоррор-игрой. А то у нас не было по-настоящему никаких кирпичных игр. От себя скажу, что игра по-настоящему атмосферна и бывает пугает очень даже не слабо. Так что слабонервными, не играющим в хорроры, я думаю, лучше обходить стороной. Ну а для любителей жанра, коим являюсь я сам, знакомство с игрой просто обязательно. Через пару дней тоже будет на канале. Ну, на этом у меня, в принципе, и все. Всем спасибо за внимание. С вами был Чапаев. До новых встреч!